Всем привет, дорогие друзья! Это канал Мистер Кэт, и мы начинаем обзор и первый запуск Моровинда только под модом Скайрима, то есть глобальная модификация. Игру полностью перенесли на движок от Скайрима и... Так, мне надо сюда нажать, наверное. Сейчас посмотрим. Это только альфа-версия, так что не придирайтесь. Как мы видим, здесь совершенно нет еще звуков, но графика просто потрясающая. Вы посмотрите на это все. О боже мой, это наш родной Skyrim. Это версия 0.9, и ребята уже готовят новую версию, скорее всего. Ой, еще лаги. Ну да, будут лаги по-любому. Ой, смотрите, мясо. Как человеческое мясо в Скайриме. Ага. Да. Слушаю. Так, он меня зовет и... Нет, я просто не могу. Посмотрите на это все. Обалдеть. Так, ну что, друзья, давайте выйдем. И посмотрим, что будет дальше. Так, я надеюсь, мы выйдем. Так, установка этого глобального мода заключается в том, чтобы вы установили Skyrim, желательную версию последнюю, там 9 чем-то, ну, подойдет Legendary Edition. Потом вы должны скачать Morrowind с дополнением Трибунал плюс Blood Moon, по-моему. И качаете мод. То есть сначала установили Skyrim, потом Morrowind, и только потом вы просто устанавливаете мод, он автоматически находит ваш Skyrim и туда устанавливает вот эти все перемочки. Потом просто заходите в игру Skyrim, нажимаете «Новая игра», и там выскакивает меню. Или же вы играете в Skyrim или в Morrowind. Вот я нажал. Вот, и что-то меня он очень долго прорисовывает. Ну, вот мы вышли. Обалдеть, друзья. Взяли волны с дополнения, я так понимаю, Драгонборна. Ну, небольшие глюки, но графика просто потрясающая. Вы посмотрите, погоду взяли. Ха-ха, вот это класс. Так, привет. Так, этот персонаж занят. Чё к тебе? Так, ну, все то же самое, как и в Скайриме. Мы выбираем, кем мы будем играть. Органианином будем играть. Да, это ж Моровин, там надо будет нырять. Ой, какой красавец. Да, берем тебя. Тело сделаем такое вот. Побольше. Ну, голова, все остается, пускай так, как и будет. Назовем мы тебя Сагира. Сагиро. Сагиро. Да, ну и что ж, пойдемте дальше. Так, ну что, друг, ты меня пропустишь? Пропустишь. Так, вы посмотрите, друзья, это же просто колоссальная работа. Просто обалдеть. Ну что ж, пошлите. Уровень 1. Да. Я эту жду, игру жду очень-очень уже давно, честно говоря. Ребята начали уже, наверное, года 2 и занимаются. Но работа уже колоссальная, так как это полностью независимый проект. У них нет так много денег, так что я сброшу ссылку в описании к видео. И там можно зайти на официальный сайт и немножко дать ребятам денежки, чтобы они смогли быстрее доделать свою замечательную игру. Посмотрите на это все. Вау! Ага, вот смотрите, воин, маг или же вор. Так, ну что ж, привет, друг.
Так, ты мне, по-моему, должен там дать какой-то навык. Потом мы должны выбрать, по-моему, там что-то выбрать. Так, вот у нас бумажка есть. Ее забираем. Так. Теперь говорим с тобой. И он говорит, все, давай, парень, чеши на все четыре стороны. Окей. Так, а с тобой мы больше не болтаем? Нет? Ну ладно. Так, так, пойдемте. Привет. Батон. Да, батон хороший. Жуй, жуй. Так, взять. Мы, кстати, его можем взять. И он у нас не красный, значит, это не кража. Посмотрите, какая графика. Все так обработано. Так, и куда же мы выйдем? Так, вышли мы сюда. Так, что у нас здесь? Что-то полупрозрачное, непонятное. Так, ложка. Ага, смотрите, какое-то кольцо, и оно что-то делает. Ладно. Ой, не-не-не. Просто одеваю его и все. Ага, колечко есть. Так, пойдемте дальше. Так, я сохранюсь. Почему? Потому что игра, говорят, очень часто вылетает. Так, привет, друг. Так, мы отдали ему. Отдали наше. Так, что тут надо делать-то? Наше разрешение, по-моему, на то, что мы свободны. Все, парень, давай, открывай ворота. И я погнал. Или еще не погнал. Так, а что я должен сделать-то? Да, жалко, что нет. Ага. И мы запустили какой-то квест. Я еще слышал, что здесь есть квесты, и они уже работают. Уже их можно пройтись по основному квесту. Это очень здорово. Почему? Потому что я серьезно не играл в оригинальную игру и многого не знаю еще. Так, это все шмотки, ни оружия, нифига нету. Так, ну что, друг? Так, что-то там написал мне. Фига себе тут у них. Так, ну все, освобождай меня, парень. Тут что-то пишет. Так, это не могу взять. Окей. Ну, давайте все проклацаем. Может, тут что-то надо кликнуть, чтобы он меня освободил-то наконец-то. Вот, я сам жуткий-жуткий фанат Скайрима. Как только на нее подсел, я не знаю, играл несколько раз. Если вы хотите, чтобы проходил Скайрим, я с удовольствием пройду для вас. У меня есть такая вот мечта пройти его именно в легендарной сложности. Не какой-то там легкой, а вот именно в легендарной. Там действительно молотишь этих скелетов по 5 минут в начале. Да и потом там не так-то просто играть. Но это реальный, реальный Скайрим. Так. Так, парень, давай выпускай меня. Ага. Вот, ну вот, друзья, мы наконец-то вышли. Наконец-то вышли, и вот этот огромный город. Хотя, может, не очень огромный. Тут куча нудистов, так как, скорее всего, одежда еще не проработана. Ну, все очень здорово. Так, посмотрим на карту. Обалдеть. Так, будем путешествовать по этим городам. Зайдем обязательно вот сюда сначала. Потом сюда и сюда.
Так, гора. Красная гора, насколько я помню. Так, и будем путешествовать по всему Скайвинду. Посмотрим, какая работа была сделана. Ну, так, куда же? Ага, нам туда идти. Ну что ж, пойдемте. Вау, как же здорово все. А, вот наша блоха. Вы посмотрите. Блоху взяли стопудов с дополнения Dragonborn. Да, вот она красавица. Активировать. Так, что я еще хотел? Я еще хотел посмотреть. Так, что это у нас? Это отмычки или нет? Мне нужны отмычки. Мне их надо спереть. Так, я сейчас позахожу, посмотрю, как все проработано в домах. О, боже мой. Обалдеть просто. Просто обалдеть, друзья. Так. Так, что тут у нас? Ага, мы тут не сами. Так, нас не видно. Ага. То значит были не отмычки. Это, конечно, жалко. Какие-то грибочки. Так, ну ладно. Жалко, жалко. Где же нам взять отмычки, а? У нас их попросту нет. Ну что ж, давайте зайдем еще в город. В этот порт. И немного походим еще здесь. Так, все надо взламывать. А чем? Нечем взламывать-то. Как так можно-то? Эксперт, нифига себе. Да, не так-то просто все, как казалось. Так, давайте сюда пойдем. Тут есть небольшие рыбы. Можно собирать? Нет, нельзя. Да ладно. Все закрыто, все под замком. Эх, ух ты, вы посмотрите, какие камыши тут, а, вау. Это просто вау. Так, ну что ж, друзья, пойдемте посмотрим, как тут все сделано. Так, магия. Пламя, восстановление, какие-то таланты. Ну, мы все возьмем. Что это такое, кстати? Непонятное, что это такое. Лечение, пламя. Ну что ж, у нас есть пламя, у нас есть лечение. О, птицы летают. Какие-то разноцветные, ну ладно. Так, нам туда. Ну пойдемте, друзья. Ну, давайте обойдем. Ну как же все здорово. Так. А где же наши противники-то? Вау! Как же все тут волшебно сделано! Я представляю потом, что будет. Это... Она же будет полностью открыта. Ребята сразу начнут разные моды кидать. На окружение моды. О, боже мой. Я чувствую, эта игра будет еще не один десяток лет популярной. Так, привет, друг. Тебя я вижу меч. Ну, трогать тебя не буду. Хотя... О, дождь закончился. Ой, крыса. Так, она сгорает у нас быстренько. Так, тут у нас ничего нет. Такой подход, как будто там какая-то пещера. Вау, посмотрите, как все круто. Так, сохранимся. Так, нам аж туда бежать? Не пойму, куда я бегу-то.
Я вообще в другую сторону бегу, что-то непонятно что. Ну ладно. Ну ладно, давайте посмотрим, что здесь и как тут. Ага. Привет, друг. Ага, ты посильнее. Так, у нас закончилась мана. Давай, сгорай. Так, вот эти вот кузнечики, это тоже с Драгонборна. Они все взяли, что ли, с Драгонборна? Ну ладно. Ландшафт такой вот однотипный, но все же это очень круто. Так, вот, друзья, есть какая-то пещера. Давайте зайдем. Так, у нас закончилась мана и... И почему-то она совсем у нас не регенится. Что за дела-то? Так, может, кольцо виновато? Так, это, видимо, какой-то очередной глюк. Ну ладно. Давайте уберем магию. Вообще уберем. Странно. Магия у нас вообще не регенится. Ну ладно, посмотрим, как сделаны пещеры. Ага. Да, кстати, магии у нас до сих пор нет. Чё это за дела-то? Так, сейчас-то я накостыляю в рукопашную. Отдыхай. Иди сюда. Ух ты, я такого даже не видел. Почему он же никогда не дрался? Без оружия-то. Так, у нас есть какая-то броня. Давайте, друзья, ее оденем. Ага, я понял. Она не прорисовывается. Так, ладно. Ля. Какой-то глюк, друзья. Я сейчас сохранюсь и попробую загрузиться. У нас магия совсем не регенится. Чё за дела? Все. Так, привет, друг. Так, второй. Это уже подруга. Ого, нормально она зарядила так. Ого, отхватил это крепенько, да. Так, где наша подружка? Так, что я могу у тебя забрать? Неужели это отмычка? Ага, есть. Ух ты, посмотрите, какой прикольный. Я такого, скорее, не видел. Да, скорее всего, ребята уже потрудились. Для Моровинда. Отлично. Есть у нас отмычки. И это здорово. Так, привет. Привет, друг. Так, сейчас попробуем быстренько с тобой расправиться. Я смотрю, противников там уже набегает все больше и больше. Так, что же у тебя есть интересного-то? Ага. Какой-то ключ. Ух ты. Ну, посмотрите, какой топор. Здорово. Ну ладно, я тебя брать не буду. Так, там кто-то уже махает. Да, вовсю махает, друзья. Побежали. Я не знаю, что случилось, но что-то мана у нас подвисла. Так, выходим. Так, тут крысы нас уже встречают. Одежда, книги, ингредиенты. Разное. Что, зелий нету, что ли? Опасно, друзья, опасно.
Ага, смотрите, мана начала по чуть-чуть регениться. Блин, очень-очень медленно. Я не понимаю, что случилось. Тут магом играть, конечно, не очень круто. Так, сохранимся. Давайте все же пройдем эту пещеру. Посмотрим, что там и как там. Что за интересные няшки там нас ждут. Так, сохранимся. Так, а ну иди сюда. Подружка, да, вот он я. Как-то она нас сильно быстро сделала. Давай, вали ее! Так, у него какой-то топор такой помощнее. 34 урон. Ну и все. Там сбегаются противники. Сейчас мне навешают по самое не могу. Так что мы опять свалим. Я не пойму, почему я не могу включить свой навык. У меня же есть талант. О, посмотрите, она пришла. Ого, там они все пришли. Надавать нам пилюлей. По самой не могу. Так, я сохранюсь. Так, с тобой, друг, мы попытаемся сейчас справиться. Да, и справляемся. О, смотрите. Отмычки, 9 отмычек. Отлично. Где же твой лук? Стрела как летит-то. Ага. Вау. А вот с этой подругой лучше не шутить. А то завалит 3 секунды. Как же так? Как же тебя победить-то? Магии у меня нет. Лечение не могу использовать. Почему-то у меня просто не регенится здоровье. Не знаю, что это за глюк. Может, это кольцо? Как его выбросить-то? Да нет, кольцо ни при чем. Ладно, заберем. Ну что ж, давайте пойдем подеремся. Ага, убегай. Как она нас сделала, а? Обманный маневр. Так, ну что, получится фокус? Получится. Вот такие вот мы рисковые. Да, поднимаем уровень. Поднимаем. Так, здоровье. И где тут наш? Кстати. Нет, стрелы нет, а одноручное оружие. Ну, можно будет еще стрелы качать. Так, стрелы заберем. И давайте расправимся с вот этим вот лучником. И я заберу твой лук, девица. Так, есть 50 стрел. И есть вот такой вот замечательный лук. Я его сразу и возьму. И пойдемте все-таки пошустрим по той пещере. Кстати, друзья, это режим самый-самый-самый легкий. А представьте, если поставить на легендарный. Это будет что-то нереально.
Так, ну что ж, пойдемте посмотрим. Ага, тут наша братская могила. Тут у нас никого нет уже. Так, друзья, нас выкинуло, но я перезагрузился и идем дальше. Да, вот такие вот бывают глюки, вылеты. Ну, это альфа-версия. Наша задача посмотреть, что тут такого интересного. Полазить везде. Так, новичок. Так, у нас всего лишь-то 12 отмычек. И, честно говоря, их нужно экономить. Я смотрю, в игре их не сильно много. Так, тут какая-то банка. И сапоги. Тут, честно говоря, интереснее, чем там было. Ух ты, какой-то свиток. Оу, 19 отмычек. Да, тут этих отмычек, я смотрю, просто завались. Какой-то склад. В каждом чемодане что-то есть. Ух ты, разные прикольные такие. Так. Забираем чисто отмычки. 7 разные вазы. Так, показалось что-то. Забираем. Так, какой-то свиток. Ух ты, что такое за камушек какой-то. Как изумруд какой-то. Так, ну и здесь 4, 4, 9. Да, это какой-то склад. Так, все, все мы забрали. Так, вот интересно. Посмотрите, ступеньки вниз под воду. Тут что-то интересное, вкусненькое будет или нет? Так, ну здесь точно нет ничего. Да, и там тоже. Что, просто ступеньки? Как-то глупо, ну ладно. И здесь у нас ступеньки. Давайте посмотрим, друзья. Хм, ничего. Ну ладно, думаю, потом будут какие-то няшки там. Так, что же тут? Так, здесь мы кого-то освободили. Все, ребят, выходите, вы свободны. И посмотрим, что у нас здесь. Да-да-да, это прям пещера отмычек. Да, пофиг, заберу все. Так, сапоги эти не работают. Вон, выше, выше, выше. Какой-то мостик. Вау, посмотрите, как все проработано. Ребята просто красавчики. Ну, нельзя, нельзя пропустить это все. Обязательно, обязательно зайдите. Он кто может? Помогите ребятам. Пускай быстрее они это все закончат, эту прекрасную работу. Ух ты. Так, какой-то ключ. Взлом повышается до 26. Отлично. Так, ну, шмотки совсем бесполезные, на самом-то деле. Шатер какой-то. И вот у нас есть еще. Ух ты, какая ваза. Вообще бесполезная. Так, кусок какого-то мяса. Как всегда, отмычки.
уже какие-то вазы такие прикольные. Что-то там добавляют. Так, ну вот и все. Вот и все, будем выходить. Такая вот у нас карта. Отлично, отлично, ребята. У нас есть лук, у нас есть куча отмычек. И сейчас будем путешествовать по этому волшебному, волшебному миру Skywind на пешке Скайрима. Это просто супер. Это самый глобальный мод, какой я только видел. Хотя это не мод, это полноценная игра. Так. Этот топорик мы помним. Это все с нашего доброго Скайрима. Так, ну что ж. Откроем карту. Ой. Как там карта мира? L. Ага, и я хочу здесь пройтись. Не знаю почему. Просто хочу. Ха-ха. Вот такой вот я. Посмотрим, что тут у нас. Так, тут у нас как-то стало пыльно. Давайте сюда пойдем. Так, пески. Пески, кстати, очень круто проработаны. Кстати, все стало как какой-то дымок вокруг. Вон, давайте подождем немножко. Тут, кстати, ждать можно или нет? Ага, да, можно. Так, таракан какой-то вылез. Так, ну, не будем тратить на самом-то деле на него стрелы. Ага, мостик есть. Давайте пройдем по мостику. Какой-то дымок появился в графике, вам не кажется? Ну, давайте подождем. 5, 6. Ага. Ого. Ого, друзья. А ночью-то серьезно темно? Это вам не Скайрим? Тут реально? Ха-ха-ха. А здорово, такая атмосфера, что да, ночь, есть ночь. Действительно, нифига не видно, вон какие-то эти лазят. Какие-то личинки. Вау. Обалдеть просто, просто обалдеть, друзья. Так, ну, ночь посмотрели, ладно, давайте. А, не доклацал немножко. 5, 6, ну все, должно светать, ага, ну вот теперь лучше. Ух ты, какой краб-черепаха, какой-то гайзвит. Распался с первого раза. Ну ладно, вау, смотрите, какие болота. Все так здорово сделано. Так, ребята, привет. Ух ты. Какая интересная броня. На тебе, парень. Это гибрид. Ха. Ну, здорово. Здорово, друзья. Так, что у нас там? У нас там какие-то пещеры. Давайте заглянем. Что-то это место привлекает внимание. Да, друзья, если вы, наверное, играли в оригинальный Skywind Morrowind, то вы, наверное, уже знаете, что это такое. Я пока не сильно, но это какая-то крутая штука, наверное. Так, как туда попасть-то? Ага, вот так вот как-то. Ой. Лужка такая, нырнул полностью с головой. Так. Так, чё? Странно. Ой! Привет, тётя! Чё ты так сразу нападаешь сходу? Ух ты, смотрите, броня. О, и меч какой крутой. А ну-ка, давайте посмотрим. Сможем ли мы одеть эту броню? Да! Она прорисована, все супер, друзья.
Так, куда же тут идти-то? Что-то не пойму. Так, а, вот он вход-то. Да, никогда не заметил. Ладно, пойдемте, друзья. Вау, просто вау. Так, я сохранюсь, наверное. Куда же нам дальше? Ага, тут нужно нырять. Вау, уже интересно. Вы посмотрите на это. Какой-то доэдра, по-моему. Это что-то... Ага, вот и друзья. А он довольно прокачанный. Тут два здоровых орка, которые могут надавать мне пилюлей таких вот конкретных-то. А ну лежать, друг. Так. Так, топор огромный. Ага, перчатки мы заберем. Да, у нас для полного набора одежда. Одежда, так, ага, вот одежда. Так, у нас есть перчатки и еще бы, конечно, шлем. Это что такое? Это какой-то ключ. Ух ты, мантия какая-то крутая. Так, заберем. Ага, мана у нас появилась, слава богу. Так, берем топор. Так, я сохранюсь, наверное. Так, что тут у нас? Камушки, камушки. Ага, и это сердце доэдра. Такое же, как и в Скайриме было, только оно чуть не такое обработано, но все. Ого! Это что за парень такой тут, а? Ого, друзья! Как он быстро меня! Ничего себе! Так, я так понимаю, что он сейчас появится. Мне нужно будет его быстренько уничтожать. Ого, у него палка какая-то. Ага, все, отдыхай, друг. Тогда у меня была другая палочка. Так. Урон 24. Что это вообще такое? Урон 5. Урон 20. Ага, это какое-то ручное оружие, что ли? Ха, непонятно. Ну ладно. Вот он какое-то крутое. Но что-то мне не сильно нравится. Старый добрый меч. Так, ну что ж, пойдемте дальше. Завалили такого огромного быка. Так, что тут у нас? Ага, алхимия прокачалась, здорово. Разрушение. У нас новый уровень. Так. Ну, давайте запас сил. Прокачаем. И стрельба. Да. Закрыто, открыто. Ага, ну что-то не открывается, наверное, глюк альфа-версии. Или может это просто связано с тем, что это как-то связано с каким-то квестом. Ну так как это альфа-версия. Ну что ж, ладно. Ладно, выходим отсюда. Здорово, здорово, друзья. Мне очень-очень все понравилось. Даже игра в альфа-версии уже какие-то такие интересные квесты предлагает нам. Где-то бегать, нырять, сражаться с... Да, кстати, ступеньками там беда какая-то. Это просто вау.
Вау, вау, вау. О, драконы. Интересно, тут драконы будут. Так, по-моему, там кто-то согрелся на нас. Ой, маленькая лужа, я тебя помню. Так, ну вот и все. Пойдемте дальше смотреть. Там он, смотрю, уже какие-то отдаленные края. Так, сохранимся. То опять будет очередной вылет. Так, через эти камыши даже некоторые не пройти, нифига себе. Вау. Облака. Так, я так понимаю, что там. А мы дальше передвинем. Там дальше будут какие-то равнины. Насколько я знаю, ребята не везде поработали, и мы можем натыкаться на местность абсолютно без ничего. Ну, посмотрим, посмотрим, какая работа. Я, честно говоря, собираюсь проходить Skywind. Ну, как проходить? Я хочу оббегать всю карту. Я хочу все посмотреть, обнюхать, полазить по этим всем пещеркам, хоть и в альфа-версии, но хочу. Хочу, хоть убей. Ага, это просто не подгружаются деревья сдалека. Кто кому ближе подходим, смотрите, какой золотистый цвет. Ну, здорово, здорово, друзья. Все так круто, я аж писаю кипятком. Так. Ага, и вот что-то там масштабное такое. Давайте посмотрим. Так, болото довольно глубокое. Я ж нырнул. Так, выходим. Так, и что же это такое-то? Ого. Какая-то крепость или что это такое? Давайте заглянем. Ага. Уже противник выскочил, где-то бежит. Давай, иди сюда, родной. Где мне с тобой драться-то? Ого! Какой-то мах! Он быстро. О, смотрите, там сколько всяких навыков. Наносит плюс 20 уроном электричества. Там тыры-пыры. Ничего себе. Эбонитовая броня. Какой-то ключ. Куча разных свитков. Тут заряженный парень. Так, одежда. Мне интересно, эбонитовая броня будет прорисовываться? Да, друзья, мы уже в эбонитовой. Третий уровень уже эбонитовая броня. Так, пойдемте посмотрим, что тут внутри. Так, друзья, у меня игра опять вылетела. Какие-то подвисания. Ага, это он нас бьет. Ого. Так, это крепость. Совсем, совсем не дружит с нами. Так, у нас есть оружие там какое-то крутое. Вот, и возьмем его. Смотрите, оно все прям в молниях. Ага, загорается вот так вот. Так, друзья, ну пойдемте. Там кто-то бежит, уже всех мочит. Красавчик. Ого! Нифига себе! Так, какие-то ключи. Забираем. Ух ты! Какой интересный кинжал. Заберем. Ого! Просто разваливает всех. Так, доспехи 6.
Ну, мне кажется, эбонитовая все же круче будет. Какой-то амулет, сабля. Ха, матрасики какие. Ребята там спят. Ха, вау. Так, тут у нас какие-то куча свитков. Вот так вот мы эксперта открыли без всяких... А, у нас ключ был. Без всяких проблем. А я-то думал... Ай-яй-яй. Да, крутой. Мне это оружие уже нравится, друзья. Так, что это у нас? Ага, ух ты. Посмотрите, какой симпатичный. А сверху какой смайлик как будто. Здорово. Так, ну, брать тебя не будем. Так, ладненько. Что у нас тут? Ну, тут тоже, в принципе, все уже перебитые. Да, у нас, кстати, где-то светится один противник. Где-то он зависает. Смотрите, можно спуститься вниз. О, привет, друг. Принимай электрошокером. Так. Давайте спустимся вниз. Посмотрим, что у нас здесь. Ага. Тут у нас продолжается эпопея. Ух ты, посмотрите, какой топорчик. Здорово, здорово, друзья. Есть новая модель оружия. Так, умирай. Так, очередной ключ. Просто не подразилось. Нет, некоторые элементы почему-то еще не прорисованы. Ну ладно. Так, новичок. Так, завалили его. Ух ты. Какая дубинка прикольная-то. Посмотрите. Так, ну... Ничего у него такого интересного нет-то. Какие-то двери. Куда это мы пойдем? Ага, и мы вышли. Ой. Какую-то канализацию, друзья, мы вышли. Вы посмотрите. Хм. Здорово. На самом-то деле очень интересно. Такая вот реальная канализация. Так, там крысы. Сильно глубоко. Ого, довольно глубоко. Так, как же мне выпрыгнуть-то отсюда? Давай, давай, давай. Эй, давай, друг. Так, очень интересно. И куда же мне плыть-то? Блин, конечно, проблема... С выходом наружу у нас присутствует. Так, ну ладно. Да не мешайся ты. Кстати, у нас, по-моему, закончился заряд. Ой, а что же тут? Ага, поплыли. Куда же оно нас приведет-то?
Ой, рыбки. Непонятно, куда нам нужно. Так, вот какой-то проход. Открываем. Мара, богиня любви и сострадания. В рифте не ест. Да, ребятам еще работать и работать. Ничего себе, где я вынырнул. Ой, рыбка за мной вынырнула. Обалдеть. Так, друзья. Это, конечно, огромный и волшебный мир, который я буду познавать вместе с вами. Ага, там еще какое-то интересное сооружение. Так, ну, на этом я буду заканчивать. Я буду снимать дальше, будем путешествовать, смотреть работу, эту колоссальную работу ребят. Так что подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Оу, смотрите, кто там. А ну иди сюда, друг. Вот так вот ты быстренько распался. У тебя какой-то топорик с каким-то навыком. Так, друзья, ну все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, комментируйте. Я еще раз повторюсь. Подписывайтесь и все. Бай. С вами был канал Мистер Кэт.